Здравствуйте. Вы думаете, у нас несерьезная передача? Вы ошибаетесь. Это хип-хоп с Костей Ирина. Я из города Киева, сейчас в Магадане, в танцевальном центре онлайн, готов поделиться с вами навыками и искусством танца хип-хоп. Это моя ребзя, и мы готовы сегодня вам показать, да, вы можете чуть-чуть остыть, все классно, у нас классное настроение, потому что танцы – это всегда развлечение, отдых и в то же время очень сложная работа. Хорошо, смотрите, сегодня, почему я говорю «наша ребзя», почему мы вместе, почему нас так много, но нас на самом деле много, потому что есть такой один из разновидностей танца, как флешмоб. Это когда много людей собираются на каких-то площадях и внезапно, как-то незапланированно для других людей, которые не танцуют и не учили флешмоб, начинает танцевать определенная группа людей. Сейчас я покажу вам вот такой кусочек из флешмоба, который был в городе Магадан, специально от танцевального центра онлайн, который ставил именно я. Я знаю, я, собственно, его и покажу. А вы можете чуть-чуть вот так вот вставать из своих кресел и подходить к телевизору. Я слышу вашу ауру. Хорошо, теперь делаем все вместе. Смотрите, с чего мы начнем? На самом деле, очень легко все делать. Может, ваша бабушка, кот, дедушка, сестра, брат, сват все делать одновременно. Потому что это несложно и сможет делать это абсолютно каждый. Правильно? Да. Да. Это смешно, забавно и очень позитивно. Смотрите, с чего мы начинаем? Мы начинаем вот такого движения, да? Такое движение... Я думаю, не очень сложное. Главное, чтобы рука у вас сгиналась в локте. И все, дальше будет нормально и хорошо. Да? Поехали. Делаем 4 раза. Раз, два, три, четыре. Окей? Делаем. Раз, два, три, четыре. Да. Вроде бы все рассказал очень сложно, но на самом деле очень все просто. Смотрите, мы делаем. Раз, два, три, четыре. Дальше, смотрите, спрыгиваем. Делаем 5. Ручки на поясе. Киваем головой. 6. Дальше спрыгиваем и киваем головой. Да, 8. Угу. Еще раз повторяем. 5, 6. Ножки врозь. Все свободно, все очень, так сказать, хорошо. Нам удобно стоять. И мы начинаем. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Дальше смотрите. Движение. Беремся за бабушкину штору. Да, и двигаем правую ногу вперед. Та-та. Да, пытаемся ее оттянуть еще раз. Бабушкина штора очень, я вам скажу, хорошо прикреплена еще в 60-х годах. И делаем второй шаг, да. Делаем два раза, делаем. Раз, и два, три, и четыре. Да, дальше задание выполнено, да, поставили черточку. С левой ногой шагаем. 5, 6, 7 и хлопочек в конце. Хлопочек обозначает радость и то, что у нас вышло все предыдущее движение, да? Это мы как бы замыкаем вот этот цикличный круг. Еще раз с самого начала. Поехали. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 и 4. 5, 6, 7. Радость, да? На лице. Вот, вы видите, это радость. И у вас должна быть такая же радость, когда вы хлопнете ваши ладошечки. Давайте вместе. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 и 4. 5, 6, 7. Радость есть, значит, у нас уже получилось очень многое. Значит, у нас получился синхрон. Итак, а сейчас мы станцуем прямо под музыку. Этот хлопок символизирует и окончание нашего танца, и окончание этого передачионного периода. С вами был Костя Ирино, танцевальный центр онлайн. Будь в режиме танца, будь онлайн.